Коммунальные службы продолжают приводить областные районы и центры в порядок после зимы. На улицах Ульяновска работают 33 единицы спецтехники. Коммунальщики вывозят смет, очищают ливневки и моют бордюрный камень. Приводят в порядок автобусные павильоны, красят дорожные ограждения. И несмотря на пандемию коронавируса, работы не останавливаются. Это отметил и министр ЖКХ Александр Черепан на заседании штаба по развитию региона. Нам пришлось сделать корректировки об ограничении массового вывода людей на благоустроительные работы. Сегодня, я считаю, это правильно. Все-таки место общения на улице, в том числе при проведении субботника, следует ограничить. Поэтому все, что связано с механизированной уборкой, организовано. Все, что связано с деятельностью, с сезонности и не пропустить вегетацию, все это организовано. Поэтому все работы по высадке растений будут продолжаться. При этом во всех организациях отменены субботники. Благоприятные погодные условия позволяют проводить и ямочный ремонт горячим асфальтом. Выбоины заделывают на улицах Радищева, Докучаева, Гагарина, Орлова, Хлебозаводской и Привокзальной. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.